Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня под солнцем лежу я на траве, в траве. Я очень люблю находиться в природе, на природе. И стих, который сегодня написал, это просто символ, это просто само, так сказать, как заклинание солнечное. Называется «Солнце». А что случится, если вдруг померкнет солнце и умрет, тогда умрет и все вокруг, а с этим я не соглашусь. Конечно, будет что-то жить, пускай недолго, лет так 100. Но разве жизнь — это без солнца? Пустое небо и темно, без солнца люди озвереют. Любовь исчезнет, словно миф, все реки тоже опустеют. А также море, океан и хаос войны убьет надежду, за ней и веру в светлый день, и льдом покроется планета, во тьму уйдет от солнца тень. Давайте сбережем мы солнце и ту любовь, что внутри нас, поможем мы друг другу словом, ведь братья мы, Христос нас спас. На самом деле нас спас Христос. И как бы этим все сказано. Сколько бы ни говорить про солнце, но солнце светит всем одинаково. Просто кто-то это видит, кто-то не видит. Два человека могут сидеть на одном месте. Один скажет, да, солнце было. Другой скажет, я и не заметил. А третий скажет, а вы чего здесь сидите? В тени. Поэтому выходите из тени, приходите к солнцу, тянитесь к солнцу, будьте как солнце, и внутри солнца откроется для вас то самое, что дает нам непоколебимую истинную свободу. Это свободу чистого света. Свет. Это самое прекрасное, что создал Господь. И разделил Господь тьму от света, и назвал тьму тьмой, а свет светом. И воцарился мир. Будьте счастливы, пускай у вас всегда будет мир. У вас и в ваших семьях. Подписывайтесь на мой канал, канал простого человека. До скорых встреч. Пока-пока. Будьте счастливы.